Триллер «Замерзшие», премьера которого состоялась в декабре 2022 года на ОКО, многие сравнили со скандинавскими детективами. Тоже неспешное повествование, снежные пейзажи, странные убийства. Возможно, из-за этого сериал не всем понравился. Однако поклонники картины надеются на продолжение. Напомним, главные роли в проекте исполнили Артем Быстров, Лена Тронина, Даниил Воробьев, Семен Стругачев, Кирилл Полухин, Лукерья Ильяшенко, Виктория Галакова и другие. К сожалению, второго сезона сериала «Замерзшие» не будет. Картина получила логическое завершение. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.